Преподаватели колледжа имеют возможность повышать свою квалификацию на предприятиях. Согласно новому формату, в настоящее время курсы повышения квалификации проходят 126 педагогов и 20 директоров колледжей Акмолинской области. Курсы состоят из двух этапов – теоретического и практического. На теоретическом этапе слушатели изучают нормативные акты и изменения, которые произошли в ближайшее время. На практической этапе выполнения курсов слушатели распределены по лидирующим колледжам города Кокшетау, которые на практике применяют кредитно-модульную технологию. Для внедрения международного опыта подготовки 100 востребованных специалистов и квалифицированных специалистов реализуется республиканский проект «ЖАС Маман», в рамках которого центры, созданные при колледже, полностью оснащены современными технологиями. Был курс «Тагмахсата». Целью данного курса является повышение профессиональной квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. В этом курсе мы рассмотрели темы по различным модулям. Прежде всего, работа с нормативными документами, функциональный анализ по специальности, правильное составление рабочих, учебных планов и программ. Формат обучения модульный. Предполагается, что педагоги в течение 3 недель улучшат практические навыки и внесут новые изменения в образовательные программы. Иван Однорокум, Сундык Наурызбаева, Медет Кайыркенов, Жамбыл Балтаев, Кокши Акпарат.